Галина Павловна, мы узнали, что в годы Великой Отечественной войны вы защищали нашу родную Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним и ценим ваш подвиг. И поздравляем вас с праздником Великой Победы, а также в подарки передаем стихи наших земляков. Нина Ковалева. Книга о легендарном полке. Посвящается летчицам военного времени. Читаю огненный рассказ про вас и полк ваш легендарный. Я всей душою благодарна тому, кто свел вот так вот нас. Вас, опаленных той войной, меня, счастливого потомка, что не солдатская котомка, а крылья за моей спиной. И ваш девиз – всегда вперед, лететь уверенно и смело. Вам смерть не раз в глаза глядела, а вы спасали мой народ. Он добрый испокон веков, и это знает вся планета. Есть у него лишь два секрета – святая вера и любовь. Спасибо вам, что в час лихой вы эту веру защищали. Спасибо вам за эти дали, где бьется ключ воды живой. За дружбы мирные костры, за свет в глазах, как небо синий, за Беларусь мою с Россией, что в гербе славы две сестры. Нина Ковалева, защитница моей округи. Вы здесь воевали, я здесь родилась, мы дочери этой округи. Я в легком полете над лугом неслась, раскрыв самолетиком руки. Поташня и робцы, и мой темный лес — вас видели в небе высоком, чей огненный след никуда не исчез. В мой день перешел он уроком. Когда я смеюсь, полыхаю в огне, стараясь поднять свои флаги, как лучший пример помогает он мне в моей повседневной отваге. Вы родины честь защищали в бою, неся и победные марши, и лучшие песни отчизне пою, ее защищая от фальши. Стихотворение уроженки Тимирязевской округи, учителя Дрибинской детской школы искусств Щербаковой Натальи. Книга памяти. Человек, как книга, все хранит в себе. Он записывает толко воспоминания в душе. Не остается много мыслей, мыслей разных, непростых. Помнит он любовь и искру, помнит он слезу войны. Не забыть уже эти слезы, что как шрам после огня. Не забыть уже эти слезы, что как град средь бела дня. Столько смерти, столько боли нам принес тот страшный час, и душа кричит от боли. Люди, это не про нас. Мы живем в огромном мире, хватит места для нас всех. Но за что, скажите, люди, мы убили детский смех? Мы убили человечность, столько душ сожгли дотла, и осталась только вечность, вечность боли, вечность вся. Чай дрожал в руках бабули, ей было горько вспоминать, как тогда они гурьбою не могли ночами спать, как под страхом смерти жуткой им приходилось выживать, как прощались с отцами и не знали, куда бежать. Было страшно, было жутко, говорила мне она, и молила Бога чутко, чтобы больше никогда не увидеть эти смерти, не услышать этот вой, вой, пронзающий, как выстрел, вой, оглушенный тишиной. Война просто не проходит, она ранит навсегда, оставляя в книге жизни прочерк, боль и тишина. Стихотворение учителя Тимирязевской школы Язепова Юрия Степановича. Дедушка-комбат. Суровое лицо, войною опаленное, командный голос, цепкий взгляд, ведет тяжелый бой с врагом превосходящим. Мой дедушка-комбат. Ведь за спиной деревня притаилась, где детство милое прошло, где первую любовь он встретил, где пели птицы хорошо. В деревне той осталась мать, любимая жена, родни не счесть.
А он ушел на фронт в расцвете лет, чтоб бить врага, чтоб родину сберечь. За деревеньку милую свою, за светлый, теплый край, ведет вперед всех дед-солдат. Придет цветущий май. Хочу, чтоб ты не забывал ту страшную войну. Ведь дед не зря мой воевал за свет и тишину. Погибшие в небе с родиной.